вела пробег, посвященный сразу двум знаменательным датам – 66-й годовщине Великой Победы и десятилетию пуска первого энергоблока Ростовской АЭС, стартовал сегодня в Волгодонске. Уже в пятый раз представители атомной энергетики и просто спортсмены и любители велоспорта собрались в одну команду, чтобы преодолеть дистанцию в 600 километров и достичь конечного пункта Кавказских минеральных вод. На месте старта побывала Елена Штрафина. 20 спортсменов, участников велопробега, собрались сегодня на торжественном построении. Представители пяти российских атомных станций – Белоярской, Ленинградской, Нововоронежской, Балаковской и Ростовской АЭС – объединились в одну дружную команду, чтобы исколесить Ростовскую область, Ставропольский край и достичь конечного пункта – Кавказские минеральные воды. В этом году это у нас пятый велопробег, организованный атомной станцией, Ростовской атомной станцией. Тем, что он превратился, четыре было конкретно только наши участвовали, в этом году к нам приехали, вот, он стал корпоративным. И к нам приехали велогонщики с Белоярской атомной станции, с Балаковской станции, с Нововоронежской станции, с Ленинградской станции. Профессионалы своего дела, атомщики, преуспевают и в спорте. Так состав нашей команды определили участники, которые в велоспорте уже порядка 3 лет. А руководитель команды Геннадий Фоменко, мастер спорта СССР профессиональным велоспортом, занимался с 1963 года. По словам организаторов, основная цель марафона в связи с трагическим событием на Фукусиме – ответить на вопросы населения. У нас предусмотрены митинги в пунктах проезда, населенных пунктах, где мы будем разъяснять, отвечать на вопросы населения и разъяснять, насколько наша станция, Ростовская конкретно, и другие станции России безопасны в эксплуатации. Проводить торжественно участников велопробега, сказать свое напутственное слово и благословить спортсменов. С такой целью на открытие марафона пришли и первые лица города. 2011 год в городе Волгодонске объявлен годом здорового образа жизни. Поэтому вы не представляете, какую огромную гордость я сегодня испытываю, провожая вас в такой замечательный спортивный пробег. Спасибо вам огромное за участие. Этот велопробег не просто наш, донской, он сегодня расширил свой статус, он стал межрегиональным. Я хочу пожелать вам счастливого пути. Я прошу вас не забывать и о мерах безопасности при проведении этого велопробега. Желаю вам всего самого хорошего, попутного вам ветра. Низкий старт, первые звуки сирены, и спортсмены отправились покорять дистанцию. В течение 7 дней им предстоит исколесить 600 километров. Елена Штрафина, Евгений Иванков, новости ВТВ.